Добрый день, здравствуйте. На улице Ретинки. Это храм Троицы в Листах, колоколин. Здесь я снимал, там Сухаревская площадь, проспект Мира. Это был когда-то буной магазин. Обои крупные. А напротив тут здание. Вот это и есть переделанный, конструированный кинотеатр «Урал». И вот тут, конечно, сверху. Но сегодня тут так. Мы сегодня свернем на Сергеевский переулок. Вроде с утра было сухо. Что-то накрапывает уже. Вот это, как это было, вот, Сухаревская площадь. Это вот, я так не смог снять, это, и тут, конечно, не это, вот этот кинотеатр «Уран». Это было, сейчас нет вывески, обязательно за рулем. Я давно планировал здесь пройти. Вот такие вот там дворики. Это по Дайвой переулку, да. Где круглые, по-моему, ванные комнаты. Здесь вот достраивают уже торговый вот этот жилой комплекс Тургенев. Я не знаю, что здесь будет. Возможно, гостиница. Вот. Там, по-моему, школа была. Ну там, она там была такая-то. Вот тут как раз. Вот этот белый дом. Это... Как раз вот тут мы жили, когда я родился. Вот так через сад. Ну я тут бывал. Вот сколько лет прошло. Я только снимаю. Вот как раз этот подъезд. Ну, дом я не пойду. У нас окна туда выходили. Здесь везде в стоянке платные. Ну, там запрещено. А тут 380 рублей в час. Не знаю, тут кто как. Это Дайвой переулок. А это в перспективе Ананинский переулок. Сюда показывает, да, Дайв. Там охранник стоит. И... Ну да, вон значок соплатный. Там Садовый Спасск. Сюда тоже Дайв. Ну, да, вот. Там где-то наверху наш окна сюда выходил. Предпоследний этот. А это, наверное, был раньше черный ход, может быть. Что-то такое было. Нет, это не черный, а это, может, подъезд еще какой-то. Черный ход где-то вот здесь должен был быть. Это вот Никольская церковь.
на голландском переулке. Это вот современные дома стоят, купе со стороны. Идем по Лондонскому переулку. Здесь там все квартиры, все квартиры Лукойл. Нефтяная компания. А там просвечивается проспект Сахара. Ну тогда его не было, когда я здесь родился. Слева старая школа перестроена. Вот храм сегодня, как он родился. Сегодня 10 тысяч. Николай Угодник пишет. Тут все что-то с администрацией строится. А это с другой стороны. Туда выход на Сытенко. Театр школы драматического искусства. На кругом обошли. И выходим на Сытинский бульвар, он виден. Да, старый домик красивый, хороший, архитектурный. Интересно строили. Панно Комос. Сейчас переделан, конечно же, вот. Ну, после войны здесь коммуналки были. Хотя я точно не могу сказать, что забыл. Ну, на этом будем заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел прогулку. Ну, у нас погода такая, поэтому в этом месяце много съемок не буду делать. Вот там Сытинский бульвар. А вот это выглядело в начале века. Вид такой вот. Спасибо.